25 декабря 2005 года Руза Бейсенбай-Тига полностью перешла на общение с окружающими на государственном языке. По ее мнению, это самый лучший способ научить своих соотечественников казахскому языку. У меня, как у гражданки Казахстана, как у патриотки своего языка, мой язык государственный, чтобы как маленький человек, просто как отдельный человек, сколько могу носить лепту в становлении государственного языка, в частности, где я проживаю, вот в городе Павлодар. Роль государственного языка в своей жизни Руза Бейсенбай-Тига оценивает высоко. С 1999 года она работала на одном из крупных предприятий региона. Во время работы там она также прикладывала усилия для того, чтобы ее коллеги смогли научиться казахскому языку хотя бы на разговорном уровне. Я просто решила, а я как гражданин, я как казашка, разве я не должна вносить свою лепту? Я не должна выполнять свою какую-то миссию перед своей нацией, перед своим государством? Государственность любой страны строится на основе языка, отмечает Руза Бейсенбай-Тига. Поэтому язык должен процветать и развиваться, как и народ. Ренат Абдулкаюмов, Юрий Белевский, Иртыс-Информ.